55-й день рождения территориальной организации Общества слепых Басарабяска инвалиды по зрению отметили, как говорится, в маленьком семейном кругу. На праздник собрались люди, которые проработали в данной организации не один десяток лет. Я кончал 8-летку, я не знал, что я буду делать в селе, если у меня было слабое зрение. Но когда я узнал, что есть работа, это самая моя, видимо, большая радость в жизни. Я понял, что буду независим от родителей, от братьев. Анатолий Гроздев теперь уже бывший сотрудник общества слепых. На протяжении долгих лет обучал ребятишек и их родителей азбуке Брайля. С 72 года я работал здесь. Ну, можно и 2 года тому назад, как оптимизировали нашу школу. И, следовательно, значит, я ушел на пенсию. Тут у нас учились слепые дети. Слепые, слабовидящие. Научить одного, предположим, инвалида по Брайлю читать и писать. Это, я считаю, что это небольшая заслуга. По случаю юбилея на мероприятие приехали руководители организации общества слепых из Камрата, Кагула и Чедерлунги. Среди гостей был также вице-председатель республиканского общества слепых Штефан Опря. Он подчеркнул особый вклад, который вносит в деятельность организации ее председатель Георгий Арделяно. За свои заслуги он получил диплом и картину молдавского художника Урила Гуцу. Зеленый цвет символизирует жизнь. Я хочу, чтобы мы всегда жили в согласии, жили достойно, были дружны и наши встречи проходили тепло. Георгий Арделяно возглавляет Басарабяское общество слепых с 2002 года. Первый рабочий день в организации он запомнил как самый тяжелый в своей жизни. Первый день для меня был очень трудный. Тем, что я когда-то был зрячим, и я вступил в такую организацию, где незрячие, мне было тяжело. Я не мог себе места находить, когда проходили мимо меня незрячие люди. Я приехал сюда с третьей группы, а теперь сам стал практически незрячим. За свою активную деятельность Георгий Арделяно был отмечен и дипломом от районного совета Басарабяска. Его вручил начальник управления социального обеспечения Михаил Мартынов. И дай Бог, что территориальная организация, она до сих пор имела чем хвастаться, чтобы вы, ребята, не останавливались. На этом есть хороший коллектив, многочисленная организация, потому что 109 человек, на учете у нас управление 109. Поэтому всем вам удачи. На протяжении всего мероприятия настроение хозяев и гостей праздника поддерживали самодеятельные артисты организации общества слепых, а также вокальный ансамбль «Лакримюарели» из города Кагул. Give me a fire, love me more.